Волшебники обещали на завтра снег с дождями. А я, Ирина Билык, обещаю всем влюбленным всегда хорошую погоду. Все о любви с Ириной Билык на Русском радио Украина. Интересный вопрос. Кто выбирает место следующего свидания и почему? Я думаю, что над этим вопросом не стоит вообще задумываться. Если у вас хорошие отношения и интерес друг к другу, вы сможете договориться, где вы встретитесь в следующий раз. Например, мое любимое место – это Владимирская горка. Но сейчас холодно, зима. Я думаю, что вы с удовольствием сможете встретиться, например, в оперном театре. Или посмотреть вместе по телевизору спортивное соревнование. Тем более, если вашему парню очень нравится футбол. Да, все-таки лучше пригласить его домой и напоить вкусным чаем. Все о любви с Ириной Билык на Русском радио Украина.